have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, у нас прогружаются чужаки. Вторая глава, пожалуйста, если можно побыстрее. Я очень надеюсь, что можно немножечко. Вот, да, это у нас уже вторая серия, вторая глава. Мне стало интересно все-таки, во что же она превратилась такого. Она убила двух человек. Но, ладно, одного она зарезала ножом, но второй явно выбил у нее нож, и она не могла с ним ничего сделать в таком состоянии, в котором она была. И опять же, у Хьюга что-то глаза на выкате были. И он такой, чё, блин? Мне тоже интересно, чё, блин. Поэтому глянем, как оно все пойдет. Так, секундочку. Прогрузка невероятно длинная была, не знаю почему. Опять же, ресурсов она практически не жрет, эта игра. Просто плохо оптимизирована, возможно. This town is under the protection of the Count of Provence. He's a very powerful lord. Mm-hmm. I must say this is beautiful. Are you sure the alchemist is waiting for us? Well, Magister Vaudin told me he'd prepared a house for us. An entire house? С какой радости? Yes. The order is very old. They own houses and much, much more. They built your mother's laboratory mm. and even the Chateau d'Ombrage, remember? Yes. It's nice they give us a house. That's because you're very important to them. А, ясно, какой интерес, из чего... Ну вот, хорошо. Прояснились мотивы, меня это устраивает. Мелкий представляет собой очень большую научную, так скажем, ценность. Ну, на тот момент слово «научное». За слово «научное» могли уже и так сжечь, но все же. Оленина, свинина... Свежая рыбина или даже рыбина. Go take a quick look with him. Thank you. The house is in the upper part of town. It has a phoenix weather. Чувак, бери арбуз. Understood. Арбузы сейчас очень вкусные. Бери арбуз. Он еще без косточек. Красота. Мне тут все нравится. Ну хорошо, тогда пойдем дальше. Мне так нравится это. Типа, что хочешь? Да, мне тут все нравится. Хорошо, тогда пойдем дальше. Дальше немножко экшона, немножко всего. Вот отсюда это выглядит как мясо. А отсюда у меня было полное ощущение, что я смотрю на Лизуна из Resident Evil. Ну это разве не он? Посмотрите. Ай, так. Гусь. Ладно, гусь немножечко спойлер. Скоро вы поймете почему. Это что, какой-то кроссовер? Не поймите неправильно, про эту игру я не знаю ничего, а гусь это спойлер к другой игре, которая... Опять же, все скоро сами увидите, поймете. Так, желто-черную. Там же опять в древности все эти цвета, кроме геральдики, опять же, у каждого цвета было свое значение. Сочетание цветов имели свое значение. Enjoy goods from our region and beyond at the market. Make deals at our fish auction and try your skills in a free session of a shooting game. Tomorrow's event is the long-awaited cow fair. Get ready to overbid. The Count Victor of Arles wishes you all an excellent St. John's Fair. Опять же говорю, вот куча маленьких неточностей, он говорит «калфэр», это значит, они будут торговать телятами. То есть это не рынок скота как такового, где приходят и продают скотину, это рынок, на котором продают именно телят. То есть ты можешь прийти и выбрать себе именно теленка того или иной породы, там, от такой-то, из такой-то фермы, с такой-то фермы, с разными этими. Это... В корне разные мероприятия, но перевод нам решает, простолюдины, вам и так сойдет, наслаждайтесь. А, что от нас требует? Дойдите до дома. Я тут уже скоро до ручки дойду со всеми условностями, ну ладно.
That's a lot of fish. Mm-hmm. We can come back with Mother to buy food for dinner. Smells fishy. Oh, yes. We'll buy plenty. The fish auction's starting soon. Aren't you going? No. I'm here for the big cattle show tomorrow. Чувак, ты живой? Ты явно не живой. Разработчики такие подумали, это конец улицы. Он тут за деревом сидит. Если игрок пройдет все вот это расстояние и дойдет до сюда... Да не, игрок не пройдет, игрок не такой. Зачем? Мы здесь поставим NPC, у которого луп буквально на сколько? 5 секунд одного и того же действия. Ты если так просидишь, у тебя завтра будут колени очень сильно болеть, а еще ноги. Знаешь, как мышцы напрягаются в таком положении? Это я к чему? Придраться можно к чему угодно, но я говорю, внимание к мелочам. И вот такие вот вещи говорят о том, что игру делали... Очень просто всегда определить, насколько с любовью делали игру. Есть игры, которые делают просто, потому что это какая-то большая студия, потому что им надо это сделать. А есть игры, которые разработчики вкладывают в свою душу. Так вот, души здесь нет и не чувствуется. Просто, чтобы вы понимали, откуда такое отношение к этой игре и почему. Вот. И опять же, возвращаясь к той теме, почему я тогда в это играю, раз у меня столько к ней претензий. Тут куча ржачных ситуаций, теоретически, которые могут сложиться. Так что, ладно, поехали. И с другой стороны, тут немножечко играет мой перфекционизм, потому что у нас есть первая часть на канале, и вышла вторая, и мне вроде как ничего не мешает ее пройти. Так что... Ладно. Люди улыбаются, прикинь. Да, такого не увидишь обычно. Ничего так... Кстати, насчет рынка я ничего не могу сказать. То есть в древние времена, насколько престижно считалось жить близко с рынком. В наше время, например, это вообще не престижно. Но это в наше время. Тогда были другие нравы. Зря, такой шанс упустила. Ты выглядишь отвратительно. Да! Вы же не будете заново? Нет. Это тоже луп. Давайте посмотрим. Смотрите. Кто сейчас проиграет? Чувак с рогами выиграет? Ну-ка. А, нет, здесь они немножечко постарались. Ну, опять же, это центровое место, поэтому здесь было бы логично. Вы опять будете... А почему вы постоянно... То есть, отдохнуть? Ну-ка, еще раз. Ну, рогатенький. Поднажми. Идите нафиг. Хорошо, что у нас тут? Вино? Тебе не надо вино. Рано вам еще вино. Вообще вино это гадость. Ребят, не пейте. Алкоголь это зло. Вино это плохо. Никогда к нему не приближайтесь. Ни к алкоголю, вообще ни к вину, ни к чему такому. Что вообще есть на рынке? А, вон там. Давай посмотрим. Размытие по бокам, кстати, отвратительное. Я видел в опциях, его можно отключить. Сейчас, ребят, секундочку. Там было размытие в движении. А, это только в движении. То есть вот это мыло не убрать. Посмотрите,
Сейчас я вам попробую показать. Я думаю, вы так уже видите. Вон где фруктами торгуют. Вон, смотрите, вот так вот. А ты разве не на бочке там армрестлингом занимался? И вот так вот. Посмотрите, какое страшное размытие чудовищное. Я не знаю, может быть, это сделано для консолей. Ну, блин, так сделайте тогда для компьютера нормально. Она вообще, я же говорю, не требовательная по ресурсам. Она вообще ничего не кушает. Даже при таком и освещении, при таком количестве NPC, при всем, она вот сейчас только подходит к половине ресурсов. Причем у меня довольно-таки не самый мощный компьютер на данный момент, он уже довольно старый. Она не требовательная, она не оптимизированная, во-первых, блин, не наступил в говно. Вот, а во-вторых, вот это вот размытие, оно просто отвратительно выглядит. Че, у тебя лютня? Хочу лютню, давай. It's a good shot. Парень говорил вообще не про выстрел, а перевели, как будто это не про выстрел. Так, огненное шоу. Извините, пожалуйста. Сейчас полдень. Какое к черту огненное шоу в полдень? Я побывал на достаточном количестве огненных шоу для того, чтобы знать, что их устраивают на закате или вечером. Оно ж, ну, зрелищность теряется. Ты же не видишь ничего отсюда. Ай, ладно, забейте. О, место наказания, хорошо. Так, это непреодолимая преграда. Где наша хибара? Вот это, наверное. Я надеюсь, у меня не вытекут глаза от размытия. О, стелсовая трава. Она здесь не зря. Она здесь не зря, это называется геймдизайн. Это называется левел дизайн. Да, кстати, неплохо. Почему мы не можем сюда так ходить, когда мы вдвоем? Серьезно. Мне было бы гораздо проще и удобнее. Можно на это не смотреть, пожалуйста? Эта музыка странная, да, но она мне, но она классная. Эта музыка смешная, мне нравится. Отличный перевод. Ладно, я, наверное, буду потихонечку закругляться с вот этими тонкостями перевода. Просто если что-то особенно ржачное будет, я вам буду говорить, а так... Просто знаете, что перевод здесь кривой вообще, в дуплятину. The people here, they don't seem to know about the bad things. Bad things? Everything that's happening outside. I think they do know. They just feel safe here. Да, за такими стенами обычно неплохо жилось. О, смотрите, это же моделька того чувака, который в кустах колупался, только в этот раз он в кольцах колупается. Это точно такая же моделька, точно такие же движения, зацикленные на 5 секунд. Красавца. Ты же понимаешь, что в эти щели попадет столько мусора? Ну ладно, забейте. Че у вас тут? Ладно. В молчанку играем. О, пацан, ты живой? Не буду говорить, под чем он.
Они просто стоят. Переминаются с ноги на ногу и просто стоят. Что вы знаете о неловком молчании? Давайте с этого момента. Это тот самый момент, когда ты такой пригласил девушку на свидание, и она согласилась. И ты такой, а что, так тоже можно было? И дальше не знаешь, что делать, и просто стоишь и молчишь. Она такая, блин, что я согласилась, что я тут делаю? Пацан такой, а что я теперь скажу? Короче, они просто понавтыкали NPC-шек с маленькими зацикленными анимациями. И не прописали им ни диалогов, ничего. Ну, то есть, знаете, есть такая фишка, когда ты подходишь к NPC, они вдруг начинают разговаривать, потому что они чувствуют, что приближается главный персонаж. Так вот, эти даже не начинают разговаривать. То есть, это плохо, когда вот так вот все в улей превращается. Где это было? В Dying Light 2 это было, когда ты проходишь, и все вокруг вдруг начинают трындеть, и у тебя такая каша из слов. Так вот, здесь даже этого не происходит, им просто не прописали реплик. Это абсолютнейший такой мертвый мир. Она просто сидит. А что-то в глаз попало. Смотрите, серьезно, задумайтесь просто над тем, что происходит, насколько... Это мертвый мир. Они просто стоят. Сидят. Стоят. Ничего не происходит. То есть... Офигеть. Я понимаю, что, скорее всего, это было рассчитано на то, что я пробегу дальше. Но это же неуважение к игроку. Игрок... Этим фильм отличается от игры, потому что в фильме... Ты можешь забить, ну, не то чтобы забить на массовку, но у тебя есть определенная дорожка, по которой пройдет главный персонаж. И чем дальше от центрального кадра, тем, типа, хуже можно сделать. Но здесь же игра, здесь мне дали возможность подойти туда и посмотреть на них, и увидеть это. Зачем? Посмотрите, они все мертвые. Hey, you're back. So how was it? They've got everything. It's true. Эти тоже мертвые. Это просто мир мертвых людей. Посмотрите на это. Это даже не средневековье, это какой-то зомби-ленд. Офигеть. И причем даже надо будет, знаете, мне сейчас вдруг стало интересно, какой бюджет у этой игры. Надо будет пойти посмотреть, сколько денег потратили на это. Потому что это выглядит как технодемка даже, а не как не игра. Look at that. I think we can call it home. Yes. Home. I haven't said that word in a while. I'm glad we came. Ну, типа, да. And I think someone needs to take a nap. I'm not tired. Полдень? Чьи, удивляюсь, она долбанутая на голову. То есть, в данный момент удивляться ее неадекватности уже неадекватно с моей стороны. Ладно. Да ну поговоришь ты с ним. Да! Our new home. Let's take a look around. В принципе, норм для того времени. All right. We'll do that later. Mother, where's Hugo's room? He's exhausted. Upstairs. The bed is ready. Thanks. Come on, you sleepy beast. Hmm. You must come, Amicia. Место с водой. The island. Угу. You'll be healed there too. Healed? Well, that would be nice, I'm sure. Погодите, я провтыкал опять. Это с прошлого раза. Я должен что-то про нее знать. Почему она такая? Честно, я же говорю, я не ходил, не смотрел, что там по первой части. Я сейчас чисто на воспоминаниях, которые мне вызывает эта игра, поэтому. You're thinking too much. Sometimes it's better just to trust your feelings. I'm trying, but I get stuck in the logic of it.
Substances obey natural law. The macula does too. You don't need logic, Lucas. You just need to be human. Maybe... I'm just not very good at being human. You are. This is why you have doubts. Being human is overrated. He had a nightmare. The macula. It's the shock. What happened today must have woken it. Ну, наверное, да. We had 6 months of respite after he passed the second threshold. But the balance of his blood is very delicate. Amicia, go with Lucas. Magister Vaudin is somewhere in this town. Find him and tell him to come quickly. Right away. Amicia? I know. We'll be careful. Мы только что прошли через весь город. Что сейчас-то не так? Почему быть ост... Ну ладно, хорошо, допустим... It's because of those farmers. I should never... It's not your fault. How can you be so sure? You can't control what happens in his blood. The macula keeps evolving. Pushing the carrier through different thresholds. Will this Magister Vaudin really help? The Order has been studying the macula for centuries. If they can't, I don't know who can. Lord, protect him. Why hasn't Vaudin shown up already? I think he's just being discreet. The Order works like this. Someone must know about him. Let's ask around. Вы не знаете, где он живет? Я понимаю, что это новый для вас город, но все же. Для вас тут дом подготовили. Hello. Excuse me. Would you know the whereabouts of Magister Vaudin? I've heard of a Sir Vaudin, not a Magister. Try the marketplace. There's a couple of florists there. I think they deal with him from time to time. Thank you. То есть вы его еще и спалили. Тут люди не знали, что он магистр. That's a start. I should have known. Цветы. Это я помню. We came by the florist earlier. It's somewhere around this marketplace. Да-да-да, по-моему, сейчас, вот здесь. Hello again. Oh, it's you. Looking for flowers for the little one? Actually, I'm looking for Sir Vaudin. I believe he's one of your clients. He's my husband's client. He's the one who deals in medicinal herbs. Oh. But Morton should be right by the fountain. Just tell him I sent you. He's wearing a brown tunic. Brown tunic. Thank you for your help. Коричневая туника возле фонтана. Я не помню, где фонтан, честно. He will. Так, нам явно не сюда. Excuse me, sir. Your wife sent us? But what does she want now? I'm busy cleaning this mess. It's not for her. We must find Sir Vaudin. Him? Well, he doesn't like to be bothered. Just like me. Listen, my brother is very sick. We need him immediately. All right, all right. I don't know precisely where, but I think he lives close to the arena, down there. Don't tell him I sent you. Почему? Don't worry. Thank you. Right, let's not waste time. The arena district. That's a lot of houses. How are we going to find him? There's mischief in the air. I can feel it. Yes. That's why I keep the children. It's a slum. The order's not poor, so what would a magister be doing here? Probably hiding? Probably. А вы такие ходите по всему. That symbol on the wall. The order? Yes. He's in here. No one gets in. The arena is off limits. Why is that? Because the Count of Provence said so. Get going, please. Listen, I really need to pass. It's all right. Come. We'll go around the arena. Нормально, пришла такая, начала требовать. Я пройти хочу. Let's look around. You're right. Sorry. There's a door up there. Yes. So, ready to break the law? Yeah. Come on. Не впервой.
Опять 35-летняя загрузка? Нет. Не надо. Ладно. Я уже даже не знаю, останавливать запись. Давайте остановлю. Ну что ж, вроде не так долго, как... The bite. Yes. They've eaten the arena down. They let them die here. It's starting all over again. Not starting. Spreading. Hugo. We brought it here. Let's find Magister Voldar. Тогда понятно. If he's not dead already. I can't believe they left him to rot here. These people look poor. They must be from the slum outside. How come nobody noticed their disappearance? Maybe nobody cares. Maybe. Да ну нет, такое количество людей, наверное, заметили бы. Another symbol. Well, let's get in then. You think the symbols will lead to him? Yes. Look, an opening up there. There must be a way to climb up. Да-да-да. This could help. I'll give you a hand. If Odin's here, he's in trouble. He knows the bite. He must be avoiding the sick. Lucas, if all these people here were bitten, it means... Maybe not. A sick person could have bolted inside the city. Золото, бриллианты, яблоки. То есть тут лежат свежие яблоки, но про это место никто не... Да ну не, бред какой-то. I don't know him! I swear! You piece of no good. He has a helmet. I can't do anything. What do we do? Против врагов шлем, хотя я знаю, при этих секретах. Мы же сбивали шлемы, или этот шлем нельзя сбить? You're alone, and I have all the time in the world. Just talk to me. That brute is not a soldier, but he's dressed as one. Not a single coin. No. Yes, how many are there? Man. If I find him, I could ask for a reward. Amicia, he'll see us. I'll make him move. Thank that bastard count for letting you die like a dog. Damn, давайте постелсим. Хочу понять, куда нам надо. А нам надо туда. Ага, я понял. What the? Saw something move. Stay away. Ты дурак, что ли? No, it's all clear. Фиг ли ты проверять-то пошел? Что, самый умный, что ли? А, вот там можно было проползти. Вот тут можно. Что, блин? Это просто hiding place, да? Да. Да ладно тебе! Хорошо, возвращает к контрольной точке. Да, давайте. Ага, отсюда. Да ты придурок, что ли, или где? Ладно, черт с тобой. So, any sign of the doctor? No. Да-да-да, померещилось, чувак, успокойся. Shit.
they're after Verdante. They think he's a doctor. Oh, just our luck. What if he's here? He didn't make much effort trying to cure these people. Look at that. They're poorer than us. Not a coin. Then stop looting and look for this bloody alchemist. Ah, someone needs to find him. Наступи на ногу. Ну, в смысле, на руку. Я пошел отсюда. А нам вон туда, я понял. Сюда никто, надеюсь, не пойдет. Да, нормально, прокатывает. Фишку с камнями я так и не понял, надо мне их подбирать, не надо. Горшки надо подбирать, да, хорошо. Ух ты ж, ё. Переход на локацию, да. Тут воняет. Ладно, ребят, тогда, наверное, я не знаю, может, эта серия будет немножко покороче. Давайте мы тут закончим. Посмотрим, как оно будет дальше. Просто сохраним только что прошло, мы в безопасной зоне. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, попра. Всем молодцов. Всем покеда.